И всем привет, с вами Зиказак, и сегодня мы будем продолжать играть в Майнкрафт и продолжать проходить карту, забыл, как она называется, ну, в общем, мы будем паркурить по островам. В прошлой серии мы прошли первый уровень, сейчас мы будем проходить второй уровень сегодня. Так, давайте начнем. У меня почему-то спринт не сработал. Я стараюсь спешить, потому что если буду спешить. Вот. Могу как сейчас спринт не нажаться. Мог сейчас. Надо сконцентрироваться. Не допрыгнул. Давайте попробуем еще раз. Оп. Хорошо. Там далеко, я помню, я до этих платформ дошел. Но там слился. Я решил закончить на этом серию. Так, продолжаем. Господи мой! Господи мой! Я должен это сделать. Вот. Я потею уже сначала. Почему все время здесь такие прыжки? Тут на всех уровнях? Ну, на первом уровне и на этом уровне. Везде такие прыжки в 4 блока. Хотя на первом уровне там... Чинил какие 4 там. 3 блока вроде бы. Да? Сейчас посчитаем. Да, 3 блока. Там, по-моему, 2 было. Ну, а потом... 3. Ой, блин, я shift не нажал. Сейчас мог сфейлиться. Прям как сейчас. Прыжок. Вера. Пишет. Я допрыгну или нет? Сейчас я допрыгну. Я сейчас спаунпоинт поставлю здесь. И я продолжаю, я поставил спаунпоинт. Немного у меня криплый голос. Не знаю, наверное, не буду ставить здесь чекпоинт. И спам. Слава богу, я здесь поставил. Прям на углу. Не, мне жирно будет. Чтобы еще честнее было. Почти прошел. Ну, бывает. Какой паркур? Если что, ты не бомбил. Если ты проходишь паркур, запомни, у тебя должно бомбить. Это уже все знают, наверное. Это же паркур, мать твою. Это же паркур.
Я молчу. Может, не, с распрыжкой не буду. А, может быть, надо... Не, я хочу без чекпоинта здесь. Пойдите, здесь чекпоинт один поставил, все. Чтоб меня бомбило. Чтоб потом, когда я прошел уровень, это была победа. Правда, не полная, но... Ну, ладно. Какая, мать вашу, разница? Не получилось. Ну, наконец-то я дошел до этого места. Вы не знаете, как я долго пытался это сделать. Тебе осталось только спонтанно прописать. Потому что я не могу пройти без спонпоинтов это. Для меня это невозможно. Все. Спринт. Теперь я с тобой разговаривать не буду. Я разговариваю с джойстиком, а теперь с тобой. Последний прыжок. Микрофон. Последний прыжок не могу совершить. Кто-нибудь, помогите. Пожалуйста. Наконец-то. Это следующий вариант. Это следующий остров. О, паркур с лесенками, обожаю их. Лесенка. Теперь я тебя не обожаю. Я не знаю, почему я их обожаю, хотя их не без разницы. Просто с лесенкой просто. Я хочу паркур. Она просто стоит, если ты промахнешься, она там на страже. Опять микрофон сбился. Тихо и спокойно набираем команду под названием Spawn Points. Случайно неправильно написал. Spawn point, оно же spawn point. Ну, они одинаковые или нет? Или мне кажется, у меня уже зрение испортилось, кажется. Нет, они одинаковые. Просто здесь типа иллюзия. Или это у меня что-то с глазами? Хотя немного. Надеюсь, это вот то, что я сейчас видел, это не весь уровень. Еще жить охота. Это уже минут 20 пытался пройти один остров. Вот оттуда. Это, пожалуйста, не говорите то, что это то. Это все, этот уровень. Повторяем то, что делали раньше. Тихо и спокойно. Spawn point. А что есть? Нет, туда очень сложно. Понимаете, я не буду пытаться даже. Нет! Нет!
повторяем все действия, которые делали раньше. То же самое я опять говорю. Набираем тихо и спокойно команду. Тихо и спокойно. Вот, все. Complete level 2. Complete level 2. Ну что? Эмма. Все так. А, вот. Ну, наконец-то я прошел этот долбанный второй уровень. Наконец-таки. В общем, на этом я хочу закончить эту серию. И мы сегодня прошли второй уровень. Я пытался это сделать минут 30. Не удивляйтесь. Или мне так казалось. В общем, всем удачи и всем пока.